Я тебя запомнила, мать! Я тебя запомнила! Мы уже зашиповали коней. Но нас не подвели. И идем. Да пофиг. И мы идем учить маршрут. Точнее, я иду, она просто так болтается. Я не знаю, зачем она мне тут нужна. Ну, так. Хотя мне мать твоя послала. Мать моя ее послала. Picture for the ones that are lost in life, but even dreamers are the ones to save a friend. And I know you are afraid that you fail again. You can take it to the grave, but it doesn't end with you. What you say, that you only meant well, well, 'cause you did. Короче, отъехали мы с Тарси, сегодня ехали 110. Нас чуть 6 человек. И как бы... Я на ковыле проехала хорошо, но у нас сбило второй барьер. Поэтому мы пятые. Эластик, он прыгнул барьер. Я решила на нем срезать. А он вместо того, чтобы довернуть до конца, он просто меня поволок к выходу. И я такая, классно. А потом он вообще не отказывался оттуда уходить. И... Ну, пойду-ка я его заставила, и потом мы ехали в 90. 90 он у меня в прогоне. Маршрут был точно такой же. С 3 на 4 просто встал в повод левый, и я такая, классно, спасибо большое, приятно, молодой человек. И уволок. Я такая, думаю, отлично. И потом, оставшись в маршрут, я пришлось ехать немножко так, ну, типа, сторожиться каждого. Посмотрите на мою лошадь. Короче, мы ехали в Максиму. Да. Хопай. И сейчас я пойду сказать вот эту вот мадам, которая хочет пожать камеру. Вот. И что мы купили в Максиму? Она пошла в магазин. И за камеру еще по ней дисконт, потому что сегодня он не работал. Вот. Мы купили тренинг с усами на ласта. Сегодня мы будем на нем работать. Вот. Как-то так. Хубэй просто охренела от того, что там как бы просто скачут люди, а она такая, чё? Она в шоке, она просто сейчас у меня драпанёт туда за ними. Фью, нельзя. Останься со мной, пожалуйста. Вот такая вот там прыгает. А это наша милочка. И сейчас я шагаю с ковыла уже вечером, а до нее, и вообще до не знаю сколько часов, я отработала трех лошадей.
Лостана на железе, Оскара и Кассандру. Вот, и надеюсь, что завтра у нас будет все отлично, и что мы командой что-нибудь займем, имеется в виду юноши и дети, и что все немножко наладится, я имею в виду вас. Могу сказать, сегодня мы уже отпрыгали, вот, и сейчас я уже на свободном пойду максимум магазин Дисконт. Отпрыгали мы хорошо, на кобыле я заняла первое место, ну, мы сбили последний вариант, но ехали вообще очень хорошо. Ласта тоже ехал хорошо, но вместо двух галопов системен сделал один и сбил задом выход из системы, для этого мы не попали во вторую фазу, а так ему. Вот. Ну, это гитара, скажем. Я вообще не знаю. Передаем привет Ксюхорцу! Скажи привет Ксюхорцу. Мы же репетируем, пошли показать ее. Скажи привет. Ты что, не любишь Ксюхорц? Что да? Любишь? Не любишь? Не любишь? Скажи привет, Сюхор. Дураки, да, с грязьми. Троеборье. Хобой просто пьет. Да Оскар!
Всем доброе утро. Сегодня у нас последний день соревнований, и я сейчас буду шиповать коней. Вот. И нам надо сегодня проехать как можно, потому что сегодня заключительный день. Разыгрывается первый старт. И надо, чтобы все было хорошо. Я знаю, верблюд.